Чтобы постичь масштаб некоторых вещей, нужно подняться выше. Чтобы оценить пройденный путь, нужно вспомнить, где ты был, и задуматься над тем, кем ты стал. Чтобы расти, нужно постоянно стремиться к точке за пределами твоих возможностей. Свою историю компания «Рошен» начинала с одной фабрики в Виннице. Сегодня корпорация «Рошен» выпускает продукцию на 7 фабриках и экспортирует ее в 30 стран мира. Корпорация «Рошен» – лидер кондитерской отрасли Украины. Чтобы стать экспертом в своей сфере, нужно уметь сосредотачиваться на главном. Именно поэтому каждая фабрика «Рошен» имеет свою специализацию. Винницкая фабрика специализируется на вафлях, желейных конфетах, шоколадно-вафельных тортах и шоколадных плитках. В 2012 году на фабрике запущены новые производственные мощности. Именно на этой фабрике производят знакомую всем с детства конфету «Коровка». Чтобы оставаться лидером, нужно не просто двигаться вперед. Необходимо задавать темп всей индустрии. Именно поэтому работа «Рошен» основывается на двух принципах – качестве и инновациях. Ежегодно «Рошен» разрабатывает и выпускает новые продукты. Каждый этап – от разработки рецептуры до запуска производственной линии – выверяется до мельчайших деталей. На всех стадиях производства внедрены системы менеджмента качества и система менеджмента безопасности продуктов питания. Для самых преданных ценителей, маленьких сладкоежек, в Виннице ежедневно работает детский развлекательный центр. Здесь детей ждет увлекательное путешествие по 5 комнатам, которые хранят секреты сахара, шоколада, карамели, вкуса и запаха, а также просмотр шоколадного фильма в 4D-кинотеатре и интерактивное общение с живым роботом. За одну рабочую смену «Рошен» производит более 1 000 000 килограммов продукции. Чтобы поддерживать такой темп, был спроектирован и построен новейший логистический центр в Яготине. Общая площадь комплекса – 60 тысяч квадратных метров. Ежедневный оборот готовой продукции превышает 2500 тонн. Ежедневный пробег автопарка составляет 50 тысяч километров. Центр оснащен новейшей системой управления товарными потоками «Warehouse Management System». Благодаря им погрузка автомобиля занимает не более 30 минут. На прилегающей территории логистического центра сформирована собственная транспортная инфраструктура. Построены новые дорожные развязки, подведены 3 железнодорожные ветки и 8 железнодорожных доков. Именно отсюда продукция компании «Рошен» отправляется во все уголки мира. Но главная ценность для нас – это наши покупатели. Именно для них мы открыли сеть фирменных магазинов «Рошен». Каждый магазин имеет свою уникальную атмосферу. И самое главное – только в фирменных магазинах «Рошен» можно купить эксклюзивные сладости. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. В вопросах совершенствования продукции для «Рошен» не существует компромиссов. Специалисты корпорации неустанно развивают свое мастерство и проходят стажировку в лучших мировых школах. Некоторые из наших продуктов имеют настолько тонкую рецептуру, что их приготовление мы не можем доверить машинам. В таких случаях мы используем самые простые и проверенные временем приемы. На самых ответственных стадиях производства конфеты изготавливаются вручную.
Клайпедская кондитерская фабрика «Рошен» в Литве производит карамельную продукцию. В 2011 году завершилась модернизация фабрики. Мы полностью заменили оборудование и установили новые линии. На рынке европейских стран Рошен представлен брендом Банбанетти. Производственные мощности Банбанетти расположены в Будапеште, Венгрия, а также в Клайпеде, Литва. Фабрика в Будапеште является самым крупным производителем кондитерской продукции в Венгрии. Ассортимент продукции компании «Рошен» превышает 320 наименований. Круглосуточно, каждые 6 минут, со складов «Рошен» отправляется в путь одна еврофура, груженная сладостями. Если сложить ежедневный маршрут 80 еврофур «Рошен», то он превысит длину экватора. Ежемесячно пробег автопарка «Рошен» составляет 1 миллион 500 тысяч километров. Каждый автомобиль оснащен новейшей системой контроля и управления товарными потоками. Поэтому мы можем контролировать качество нашей продукции не только на этапе производства, но даже на этапе доставки товара. Все фабрики «Рошен» оснащены самым современным оборудованием лучших мировых производителей. Инвестиции в технологические инновации, новые рецептуры и контроль качества делают нашу продукцию безукоризненной с точки зрения потребителей. Также корпорация инициирует и реализовывает культурные и образовательные проекты. С 2004 года «Рошен» реализовывает проект «Страна детства Рошен», в рамках которого в городах Украины было установлено более 80 игровых площадок. На средства «Рошен» в Виннице, в русле реки Южный Буг, был создан самый большой в Европе светомузыкальный фонтан на воде, который вошел в десятку самых зрелищных фонтанов мира. Чтобы постичь масштаб некоторых вещей, нужно подняться выше. Чтобы оценить пройденный путь, нужно вспомнить, где ты был, и задуматься над тем, кем ты стал. Чтобы расти, нужно постоянно стремиться к точке за пределами твоих возможностей.